Доброго времени суток зрителям канала Look Market. На ваш обзор представлен газобаллонный пневматический пистолет от компании Дейзи, модель 5501. Предоставляются они вот в таких картонных коробочках красивых. Видим сам пистолет, модель, компанию. Написано на английском, продублировано на русском. Снова также все его характеристики общие. Так во всей коробочке, как мы видим. На русском и на английском, что уже при этом. Страна-производитель Япония. Чистокровный японец, так будем говорить. Основные характеристики данные на русском, на английском. Система заряжания, предупреждение. То есть все дублируется на русском, с английского языка. Внутри коробки располагается технический паспорт пистолета, его принципы работы, гарантийное обслуживание, гарантийный талон и технические данные. И сам пистолет. И сейчас. Вот такой пластиковый элемент еще. Кстати, сразу отмечу, что они сделали вот тоже такую приятную вещь на английском и продублировано на русском более крупным шрифтом. 10 правил безопасной стрельбы. Достаточно очень приятно, тут уже как к реальному оружию относится. Достаточно серьезно. Сам пистолет составляет общие его габариты 173 мм. Вес примерно составляет около 800 грамм, где-то 100. Выполнен он металлический сплав, затвор, рама также металл, щечки пластиковые, магазин пластиковый, клавишами металлические. С этой стороны располагается модель, компания, предохранитель ручной. То есть, когда пистолет заведен в таком положении, когда пистолет ставится на предохранитель, спусковой крючок блокируется. Пистолет оснащен системой блоубека. Тут присутствует действующая задержка затвора, сигнализирующая о том, что у пистолета закончились патроны. И еще такой интересный элемент для холостого сброса шептала. Сзади мы видим расположение технического отверстия, где видим взведенное шептало, помечено красным, то пистолет готов к стрельбе. То есть мы сейчас взвели, вы видите, он взведен. Если происходит такая ситуация, когда надо сделать, снять его с боевого режима, так скажем, готовности к стрельбе, и сделать холостой выстрел, но не производя выстрел полноценным, достаточно нажать вперед, сдвинуть вот эту клавишу, и произойдет сброс шептала. Полезная вот такая хорошая функция. Оснащен штатными прицельными приспособлениями, рамка, мушка. Идет имитация под 9 мм. Также имеется планка Вивер Пикатинни под различные ЛЦУ лазероуказатели, либо тактические фонари. Затвор сделан в металле, покрашен в черный цвет. Рама сделана под хром. И пластиковые щечки идут. Кнопка сброса магазина. Магазин подпружиненный идет, пластиковый. Вот, кстати, для чего ей нужна вот этот элемент. Когда вы будете снаряжать магазин, дробью 4,5 калибром идет, кстати, металлическая. Чтобы не придерживать тут пальцем, вдруг, не дай бог, сорвется, чтобы не вылетел. Японцы вложили вот такую штучку. То есть вы одеваете ее, она у вас фиксирует. Вы спокойно оттягиваете, зашипаете в техническое отверстие шарики. Шариков туда ходит 15 штук. То есть, если даже у вас сорвется, у вас они не вылетят и не разлетятся по всей там квартире, на природе.
То есть полезный такой, мелочь, а приятная. Причем пяточка магазина сделана специально такой формы, чтобы скрыть поджимной винт. Источником энергии служит CO2 12 грамм углекислый газ баллон. Отсек для баллона располагается в рукояти, чтобы открыть щучку, достаточно сюда просунуть палец, и она легко открывается. Но держится она надежно. Видим отсек для баллона, ослабляем винт, устанавливаем баллон, поджали, все, пистолет готов к действию, готов к стрельбе. Закрываем щечку, соответственно, устанавливаем заряженный магазин, задергиваем затвор и производим выстрел. Баллон сразу говорит, что это просто он пустой. Почему не было сейчас выстрела такого? Просто баллончик пустой, и потому просто как для примера вам показать. То бишь, кстати, также имеется еще прорезь под плоскую отвертку. Тоже такой бонус к винту идет. Все, японцы в этом плане подошли грамотно, приятно. Сам пистолет очень комфортный, удобный. Хорошим будет подарком подростку, кому-то, кто увлекается оружием. Скорость данный пистолет выдает 130 метров в секунду, заявлено производителем. Но также бывает чуть больше, 135 результативных выстрелов я видел, когда 135-140 достигала скорость. Тоже, опять же, очень хороший пистолет в этом плане. Минимальная потеря газа происходит, даже с учетом того, что имеет систему blowback. Так что рекомендую, приобретайте. Пистолет отличный, подойдет в качестве хорошего подарка к 9 мая. Плюс его еще один такой большой плюс, наверное, будет сейчас. Его цена. Цена у него очень достаточно низкая. С учетом блоубека в металлическом корпусе сделан он в металле. То, наверное, он будет самым с низкой ценой пистолет, но с хорошим качеством. То есть сейчас он, можно сказать, лидер в этом плане будет. Сразу говорю, это не реплика какого-то пистолета. Это просто сделан в таком виде пистолет. Как чисто пневматический. Кстати, магазин можно также заказать и металлический к нему. Ну, пистолет на самом деле очень приятный, радует своей скоростью. Японцы постарались, сделали. Хочется, конечно, чтобы они больше таких подобных пистолетов делали. Так что приобретайте. В интернет-магазине можете приобрести Look Market, также в торговых сетях Стрела Самара. Ждем вас, приходите, спасибо за просмотр, ставьте пальцы вверх, пишите комментарии. Всего доброго.